Всем привет! Продолжаем рассматривать картины «Аллегория любви. Амур и Психея» Франциско Хосе де Гоя и Лусентес. 1798-1805 год. Холст масла 220 на 155. Франциско Гоя – один из знаменитейших испанских художников, чье творческое наследие чрезвычайно обширно, многообразно, а стиль – предвосхитил развитие романтизма и живописи. Изображенная сцена на картине отсылает к истории об Амуре и Психее, увековеченной в «Метаморфозе» Луция Пулея, рассказывающей, как бог физической любви и привлекательности Амур влюбился в Психею, девушку, олицетворяющую душу, и посещал ее в ночной темноте, чтобы не раскрыть свое происхождение. Гоя трактует сюжет как аллегорию любви с оттенком эротизма. Композиция, использованная художником, повторяет работу Тициана, Тарквини и Лукреция, которая была частью испанской королевской коллекции с 1571 года, а сейчас хранится в музее в Кембридже. Кроме того, исследователи проводят параллели между натурщицей, изображенной в области Психеи, женщины, позировавшей для знаменитых Макс Гои и Мариэль Габриэлы Палафокс Порто Каррера, маркизы Лозанской, чей портрет художник написал в 1804 году. Ну вот такое описание я нашел в интернете. Я пользовался текстом «Знаменитые музеи мира». Пока-пока, до свидания.